Сегодня в программе. Какие-то драгоценности у нее пропали. Он ей как-то ответил, наверное, не совсем вежливо. И она лепила ему оплеуху. Чуть мальчику челюсть не сломала. Ты что ты несешь? Иван Баженов хочет развестись с женой Ириной, потому что она не смогла найти общий язык с его сыном от первого брака. Иван считает, что жена несправедлива к подростку и портит ему жизнь. Но Ирина утверждает, что проблема вовсе не в этом. Мы уже 3 месяца в Москве. Он пытается работать, да, но у него ни черта не получается. Его постоянно нет дома, он шляется неизвестно где. Я с детьми. Татьяна Горбунова замужем за Владом 4 года. У каждого по ребенку от первого брака. Влад озабочен поисками заработков, а Таня занимается детьми. Последние несколько месяцев семья живет в Москве, в квартире, которую они делят с бывшим мужем Таниной тетки. Таня устала от пьянства Влада, от неустроенности быта. И когда муж поднял на нее руку, подает на развод. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Баженова Ивана Сергеевича к Баженовой Ирине Витальевне о расторжении брака. Ответчик против иска возражает. В браке вы зарегистрированы 3 года, общих детей нет. Истец имеет сына от первого брака Баженова Максима Ивановича, мальчику 15 лет. Иван Сергеевич, укажите причину развода. Ваша честь, я хочу развестись со своей второй женой, потому что она не смогла найти общий язык с моим ребенком от первого брака. А ребенок для меня это святое. Других детей у меня нет и, скорее всего, не будет. Жениться я как-то уже не собираюсь. Моя первая жена бросила меня, и после этого я год не мог смотреть на женщин, общаться. Впрочем, все было неплохо, потому что я наконец-то решился уйти с работы на дядю и открыл свой бизнес, а правда, потом я попал в больницу с инфарктом. Вот там я познакомился с Ирой. Она была моим лечащим врачом и с того света меня спасла, вытащила. Я понял, что она мне нравится не только как врач, но и как женщина. В общем, предпринял инициативу, мы начали встречаться, а через полгода уже поженились. Не могу сказать, что по страстной любви. Скорее всего, мы просто оба устали от одиночества. Ира тоже давно была уже в разводе. Вот. К тому же я надеялся, что она может стать хорошей матерью для моего ребенка. Она была добрая, такая разумная. Что значит была? Я есть добрая? К сожалению, мои надежды не оправдались. Она не переносит моего сына и обвиняет его во всех грехах. Наша жизнь превратилась просто в ад. Я устал улаживать их конфликты, у меня на это нет ни желания, ни времени. У меня есть бизнес, и силы мне нужны для него. Да вот. У тебя никогда на нас времени нет. Давайте вернемся. Все 3 года, не всегда же были конфликты. Да, конечно, Ваша честь, конечно. Поначалу все было очень неплохо. Нет, Ира не пыталась любой ценой понравиться Максу, но была к нему добра, следила за ним, следила за его внешним видом, помогала в учебе, исполняла все... То есть, когда ему было 12 лет, она с ним общий язык как-то находила. Да, 14 лет находила. Как только ему стало 15, вдруг она не стала находить общего языка. Может быть, не в ней проблема, а проблема в переходном возрасте ребенка. Все началось где-то полгода назад, после нашей поездки в Турцию. Мы с сыном поехали к его матери. Она живет в Турции со своим вторым мужем на месяц. Это нормально, Ваша честь? Да, на месяц уехать нормально. К бывшей жене. После приезда... Не к бывшей жене, а к матери своего сына. Да. Они гостили. После приезда отношение Ирины кардинально изменилось. К сыну, я имею в виду. Почему было бы не поехать? Мы 5 лет в разводе, ребенок давно не видел маму. У меня там были дела. Да она вас бросила. Ты что несешь? Ирина, я помню, но она не перестала из-за этого быть мамой моего ребенка.
У меня были дела в Турции, я решил, что хорошо бы совместить и взял сына с собой. Да, конечно, я не жил у них в доме, я снимал отдельно квартиру. Но ребенок общался месяц с матерью, да. В общем, это можно понять. Хорошо, да. Ирина Витальевна, что, простите? Я, можно договорю? Давайте, была последняя капля. По приезду она начала придираться к нему, а потом обвинила его в воровстве. Какие-то драгоценности у нее пропали. Он ей как-то ответил, ну, наверное, не совсем вежливо. И она влепила ему оплеуху. Чуть мальчику челюсть не сломала. Ты что ты несешь, Вань? Ну, тебе не было стыдно? Же, было. Не было, я твоего ребенка пальцем не тронула. Ирина Витальевна, скажите, а вы-то почему против расторжения брака? Ну, если действительно не складывается. Ваша честь, но сейчас я понимаю, что, возможно, Иван женился на мне по расчету, но я его люблю действительно, сейчас люблю. И поэтому согласилась на этот брак. Я понимала, что будет тяжело с мальчиком. Но, как ни странно, я не заменила ему мачеху, не заменила ребенку маму, но... Я стала другом. Я стала его понимать во всех просто ситуациях. Я помогала в учебе, там, знала его друзей. Но эта поездка в Турцию просто, ну, кардинально все поменяла. Я категорически, понимаете, была против этой поездки. А почему против? Ваша честь, но с Ваней мы познакомились в больнице. Я была его лечащим врачом. Да, да. И мне было интересно, почему такой мужчина, да, еще достаточно, в принципе, молодой, оказался в больнице, да еще и с инфарктом. И я начала копаться во всей его истории. И выяснила, что 5 лет назад его жена бросила вместе с ребенком. Сыну было тогда вообще 10 лет всего. И она год просто не появлялась. А потом сообщила о том, что она развелась и отказывается от ребенка. Вы представляете? Конечно, Ваня переживал. Он всегда в глубине души надеялся, что она вернется, все поменяется, они будут жить заново, как раньше. Но ничего не менялось, он надеялся на это, представляете? И в итоге он говорит, Зоя умоляет привести ребенка, да, и он сам попросил, чтобы Максима я, ну, разрешила им ехать на месяц, представляете, в Турцию. Ну, как я могу отпустить, да, своего мужа, и, в принципе, Максима я считаю своим сыном, потому что у меня своих детей нет. Как я могла отпустить? Ну, это же неправильно. Конечно, я переживала, но... Что делать? Пришлось отпускать. Они уехали на месяц. А вот, конечно, я очень переживала. У меня ревность играла внутри жуткая. Но Ваня, конечно, звонил. То есть периодически рассеивались мои какие-то переживания. Но когда вернулся, вообще все рассеялось. У нас как будто был вот просто новый медовый месяц. Но что самое интересное, Макс в этот момент поменялся. У нас стали происходить конфликты. То есть после возвращения из Турции ребенок стал другой. Я винила сначала себя. Может, где-то не доглядела. Мало внимания, потому что ушла, да, у нас какой-то все-таки романтический месяц начался. Ушла в себя, да, в наши отношения с Ваней, потому что мы не виделись долго. А в итоге конфликты все больше и больше. И последней, конечно, каплей терпения стало, что он начал воровать деньги. У меня, у мужа. Он даже этого не замечает, понимаете? Вот он просто не хочет в это верить. Я пыталась с ним поговорить, но последней каплей терпения стало, когда Максим из моей шкатулки с украшениями украл просто золотую цепочку. Я объясняю мужу, да, но он не хочет в это верить. Просто это... Поездка все поменяла в нашей жизни. Кардинально, кардинально поменялся ребенок. И я его пальцем не трогала. Понимаете, хуже всего, что когда я с Максимом сама решила поговорить, потому что, ну, Ване было бесполезно с ним о чем-то разговаривать, решила поговорить по-хорошему. Сказать, что ты можешь попросить, нужны деньги, можешь у отца попросить деньги, у меня, мы тебе всегда дадим. На что он просто агрессивно посмотрел на меня, стал орать. И в итоге он ушел с квартиры, хлопнул дверью. Потом он пришел с разбитым лицом, то есть у него чуть ли челюсть не сломанная была. И, получается, я хотела выяснить, что произошло, и в этот момент приходит Ваня домой. И Макс сказал, что я его ударила так, что он влетел в стену, что я побила ребенка. Вы представляете? И, конечно, Ваня поверил своему сыну. Иван Сергеевич, то есть вы сами при этом событии не присутствовали, самого удара не видели, поверили сыну, а жене не поверили. Да, я, да, все так верно. То есть она честь, такой прям боксер, что она может снести 15-летнему мальчику челюсть. Ну, что вы говорите? Не очень крупный, скажем так. И потом, зачем ему врать? И, ну, откуда бы он знал все, как бы, вот... Зачем вашей супруге врать? Почему, ну, давайте, вы не слышите человека? Давайте пригласим мой свидетель, мой сын, Максим. Ну, хорошо, давайте у самого Максима спросим. Давайте. Баженов Максим Иванович ожидает. Пусть проходит. Где для сына ты это сделал? Кто вообще Максим Баженов, ты? Да, да.
Это для сына ты тетка, для себя держишь, чтобы тебе было комфортно. Конечно. Конечно! Устраиваешь здесь, не пойми что. Максим, добрый день. Максим, скажи, пожалуйста, у тебя с твоей мачехой Ириной какие отношения? Ну, поначалу нормально к ней относился. Она все-таки моего отца спасла от инфаркта. Ну, поначалу это как? Вот сколько? Вы же 3 года прожили. Ну, да. Же было все-таки достаточно долго все да. Хорошо. Ну, поначалу. Но когда я узнал, что отец хочет на ней жениться, я, честно говоря, офигел. Ну, она была не модельной внешностью, но отец сказал, что внешность не главное, зато она добрая. И сказал, что мне будет полезно женское влияние. Ну, короче, они поженились. И поначалу все было окей. Она меня не доставала, даже кое-где помогала, там, уроки разрулить. Но когда мы с отцом вернулись из Турции, я понял, что это все был обман, и мачеха меня просто ненавидит. У меня нет ненависти к себе. А как ты это понял? Расскажи, почему ты так решил? Ну как я понял? Когда мы приехали, она на меня наехала. Отцу наплела то, что я деньги ворую. Ну а мне зачем? У меня есть карта, мне ее отец сделал. Значит, тебе не хватает? Я ни в чем себе не нуждаюсь. А дальше вообще была жесть. Она меня обвинила, потому что я своровал у нее золотую какую-то цепочку. А вот. Что не так? Ну, я ее послал. Ну, просто какое она имеет право меня вором обзывать? То есть ты этого не делал? Но она на меня накричала и ударила так, что я просто отлетел там к двери. Да, Ваша честь, ну, вы сами все видите. И мало того, она нанесла моему сыну... психологическую травму, у него был нервный срыв, пришлось даже его мать из Турции вызвать, чтобы он из дома не сбежал. Вань, ты себя слышишь? Что ты несешь? Какая жена? Я не сказал жена, я сказал мать. А можно я попрошу пригласить свидетеля, мою бывшую жену? Ваша Зою. Бывшая жена, мать вашего да, сына. Да, мать моего сына. Милюкова Зоя Андреевна. Да. Да, давайте, пусть проходит. Ты считаешь, это нормально? Мать, которая просит... Зоя Милюкова, вы пройдемте. Его матерью. Объясни, где логика? Зоя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Зоя Андреевна, что вам известно о состоянии психологическом вашего сына на сегодняшний день? Ой, Ваша честь, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. У меня просто нет слов. Касательно этой дамы Ирины, ну, мне все понятно. Из-за километра видно, что она голддигерша. Что она сделала? Встретила моего мужа. Воспользовалась его состоянием, пока он лежал в больнице, ослабленный. Женила его на себе. Кто бы говорил, ты вообще свою семью бросила? Так получилось. Бывают в жизни ошибки. И я не против. Пожалуйста, живите счастливо. Видите свое гнездышко. Но только не надо, чтобы от этого страдал ребенок. Мой ребенок. Что-то ты о нем не думала, когда 5 лет назад ушла? Я думала. Я думала. Все очень просто. Она хочет его обвинить в воровстве, да? Для чего? Чтобы в колонии его услать. И тогда у нее не будет препятствий к деньгам моего мужа. Я и так сама хорошо зарабатываю. Ты понимаешь, что происходит? Но тебе и этого мало. Как ты могла, взрослый человек, на ребенка поднять руку? До такой степени ненавидеть маленькое существо. Я не могу этого понять. Ваша честь, ну я больше не могу это терпеть, когда несут не пойми какую ахинею просто. Это что за беспредел творится? Вы меня обвиняете, ахинею? Не пойми в чем. Ваша честь, вот эта женщина, это мать Максима, которая 5 лет назад бросила их. Она не появлялась, вообще не давала о себе знать больше года. Потом появилась как? Сказала, что она развелась с Ваней. И от сына она отказывается. В итоге что? Ваня с инфарктом лег в больницу. Да. Что-то ее не волновал. Ни сын, ни муж, да вообще ей ничего не важно было. Да, волновал, ты бы раньше бы тогда приехала. А сейчас не меня обвиняют, что якобы я ударила Максима. Да я в жизни его пальцем не трогала, мы с ним всегда дружили. Но эта поездка кардинально все изменила. Он вообще стал другим. Ты понимаешь это сам? Ваня, открой, пожалуйста, глаза. Нет, а кто его тогда тронул? Кто его тронул, я тебе расскажу. Я его всех друзей знаю. И побольше с ним мы делимся всем, что у него происходит. Внутренние переживания. Ваня, он мне все рассказывал сам. До тебя не достучаться было. После того, как 12 декабря он пришел побитый, я пошла, поразговаривала. Разговаривала с его друзьями, выясняла всю ситуацию, Ваша честь, понимаете? И мне сказали, что его побил Матвей. И то, что он все это выдумал. Ваша честь, я прошу пригласить Матвея Иванова, который подтвердит мои слова, что я пальцем мальчика не трогала. Хорошо, если Матвей Иванов ожидает, пусть проходит.
пылилась, да? Приехала сюда. А, Матвей, пройдемся. Ничего. Жизнь такая. А ты где была? Где я была? Я твоего мужа из реанимации доставала, да, и на ноги поставила, чтобы Максим сиротой не остался. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Матвей Иванов, да? Так точно. Матвей, скажите, пожалуйста, а что у вас случилось 12 декабря с Максимом Бажановым? Ну, ваша честь, мы с ним подрались, короче. Ну, я его, он к моей девушке подкатывать начал. Я ему говорю, давай по-доброму, ну, отвали от нее. Он начал крутого строить, начал мне отвечать, сам отвали, я с ней разговариваю, говорит. Ну я офигел, как этот мелкий пень мне тут что-то еще предъявлять будет. Вообще, это как несерьезно. Правильно. Сейчас мне слово дали, ладно. Как можно доверять этому свидетелю? Они так разговаривают сейчас, что я сделал? Ну я же ему немало вас обидел. Этот мелкий пень мне что-то предъявил, я офигел, какой он борзый, как дал ему в челюсть. Ну хорошо, самое главное, вы его ударили. Ира, ты ему деньги заплатила за это вранье? Вообще ни о чем, сразу упал. Какие деньги? Никому я ничего не платил. Никто мне деньги никакие не платил, а родители моих тут оскорблять точно не надо. Да, мой батя пьет, но хотя бы деньги не воруют, как некоторые. Все вы тут такие. Думаете, при бабках вам все можно? Не тут-то было, я за справедливость. Фига ли этот Макс своей мачехе предъявляет? Она, может, когда-то к нему руку и приложила, но в этот раз ему лицо точно я разукрасил. Потому что заслужил. Чё он к моей девушке вообще пристает? Он же ей предлагал в Турцию поехать вообще. Девушке вашей? Да, моей девушке предлагал в Турцию поехать. Говорил, ща батя там разведется со своей этой докторшей, распетляет. И мы все вместе в Турцию к маме его направятся. Вон вместе. Оно что, да? Значит, она свою руку приложила, да, что сюда? Чушь? Ваня, если ты хотел вернуться к ней, не нужно было этот цирк весь устраивать. Можно было просто Зоя сказать, что ты ее ко любишь. Мне не собиралась возвращаться. Максим, объясни мне, откуда ты взял, что мы вернемся к маме? Да мне мама это сама сказала. Ира тебя обманывает, а меня просто ненавидит. Я ее видел с бывшим мужем. Чего? Да, ваша честь. Я ее видел с бывшим мужем, как она с ним обнималась и целовалась. Я это все заснял на телефон и решил показать отцу. Но подумал, я покажу сразу ей. И все, она от нас отвалит. Но она у меня отобрала телефон, удалила эту видеозапись и сказала, что отец мне никогда не поверит. Ваша честь, но он придумывает все на ходу. Он знает, что Ваня ему поверит. Он мне не поверит. Что бы я ни говорил, он всегда верит своему сыну, понимаете? И видно, что у мальчика проблемы, ему нужна помощь. Ты понимаешь? То, что он сейчас говорит, это правда или нет? Вы поддерживаете отношения с бывшим мужем? Ваша честь, я с своим мужем никогда не встречалась. Он все придумывает просто на ходу. Я люблю Ваню, мне никто не нужен, понимаете? Я действительно люблю и переживаю, что происходит в нашей семье. Как Ваня, так и Максим мне дороги. И я никогда не изменяла и изменять не собираюсь своему мужу. Но если он хочет развестись, хорошо, я разведусь. Но кое-что я должна сказать. Знаете, я, конечно, не врач-нарколог, да, но я стала замечать, ваша честь, что у мальчика началась агрессия. То есть я понимаю, что он что-то употребляет. Я вижу, что Максим, он наркоман. Ему нужна помощь, ваша честь. Точно, я тоже заметил. Он же когда из-за границы вернулся, он такой борзый весь, такой блатной, ходит. Чепуха. Такой. Максим не наркоман. Он 100% под кайфом был, когда на меня тогда напал. Он бы так этого не сделал. У меня нет ненависти к Максу. Ирина Витальевна, почему вы мужу-то о своих догадках не рассказали? Сейчас полно тестов, которые можно сделать ребенку, чтобы понять, употребляет он или нет. Ваша честь, я ему пыталась сказать. Разговаривали неоднократно. То есть с Максимом-то у меня были всегда доверительные отношения. Макс рассказывал все. И естественно, я делилась, да, с Иваном, но он меня просто слушать не хочет, он верит своему ребенку. Я вас прошу просто помочь спасти мальчик. Просто эта поездка, она, просто уничтожает ребенка, и я вижу, что ему нужна помощь. Скажите, пожалуйста, Иван Сергеевич, может быть, вам стоит прислушаться к сообщениям жены? Может быть, проверить это? Может быть, будет какое-то подтверждение? Максим, ответь мне на один вопрос. Ты подрался с этим парнем? Ну да, я с ним подрался. То есть он тебе морду набил, и Ирина тут ни при чем? Ну он. Пап, да я не хочу, чтобы ты жил с этой Ириной. Я хочу, чтобы ты вернулся к маме. Когда я у нее был, она мне говорила, что скучает по мне. Ой. И жалеет, что уехал тогда от нас. Зоя Андреевна, скажите, пожалуйста, вы говорили сыну, что собираетесь вернуться к его отцу? Вот то, что он сейчас говорит, это правда? Я когда Ваню увидела тогда, спустя 5 лет, понимаете, я вдруг осознала, что я до сих пор его люблю. Да не его ты любишь, а деньги его любишь. Молчи, не о тебе сейчас.
Это необъяснимо. Мы ходили, гуляли, мы держали за руки. Все было как будто в первый раз. Ну да, мы целовались всю ночь. И я понимаю, только тогда поняла, какую я сделала ошибку. Прости меня, Макс, прости меня, Ваня. Я готова искупить свою вину. Пожалуйста. Какую ошибку? Какую вину, Зоя? Я ничего не забыл. И ничего не простил. Да, да, мы гуляли по пляжу, музыка навеяла, выпили немного. Ты меня поцеловала, я не сопротивлялся. Знаешь, мне было интересно, а что я почувствую? И знаешь, ничего, ничего я не почувствовал. И я понял, что я больше тебя не люблю. Я наконец-то стал от тебя свободен. Мам меня любит. Да, она не как ты. Не говори, что не иди туда, тебе курить запрещено, пить рано. Спасибо, Зоя. Она мне доверяет. Что ты говоришь? Ее друзья мне доверяют. Mm-hmm. Они видят, что я взрослый. Он же не всегда маленький будет, ты понимаешь? Нереально, не переживай. Я в любой момент могу завязать. С чем? Мам... Зависимость. С какой зависимостью, дорогой? Мама мне здесь кажется, ни при чем. Я сам за себя отвечаю. Ваша честь, я обещаю, что я очень серьезно займусь здоровьем сына. Я надеюсь, что болезнь недалеко зашла. Я вам это обещаю. Я тоже на это надеюсь. Как быть с вашим иском сейчас? Я забираю свой иск, ваша честь. Что? Пап, ты реально? Ну и целуйся своей врачихой, а я к маме уйду. Зоя, сын хочет жить с тобой. Забирай. Ты с ума сошел? Забирай, забирай. Ваня, ты прекрасно знаешь, мне это не потянуть. Вот она, мать, мой, да, дом называется? Все, что тебе надо знать про твою маму, Максим. Суд удаляется для вынесения определения. Далее в программе. Мы уже 3 месяца в Москве. Он пытается работать, да, но у него ни черта не получается. Его постоянно нет дома, он шляется неизвестно где. Я с детьми. Татьяна Горбунова замужем за Владом 4 года. У каждого по ребенку от первого брака. Влад озабочен поисками заработков, а Таня занимается детьми. Последние несколько месяцев семья живет в Москве, в квартире, которую они делят с бывшим мужем Таниной тетки. Таня устала от пьянства Влада, от неустроенности быта. И когда муж поднял на нее руку, подает на развод. Оглашается определение суда. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Вам понятно определение? Да, судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо, ваша честь. Пойдем. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается гражданское дело по иску Горбуновой Татьяны Юрьевны Горбунова Владиславу Олеговичу о расторжении брака. Ответчик иск о расторжении брака не признает. В зарегистрированном браке 4 года. Воспитываются у вас дети истца и ответчика от предыдущих браков. Артем Владиславович Горбунов, ему 10 лет, и Алиса Михайловна Пирогова, ей 5 лет. Татьяна Юрьевна, вы 4 года в браке. Вот что случилось за эти 4 года и хорошего, и плохого? Так, чтобы суду было понятно, как вы пришли к расторжению брака. Ваша честь, я хочу развестись с Горбуновым, потому что я больше к нему не чувствую ничего. Мы стали друг другу просто чужими людьми. Я вам даже больше скажу. Этот человек мне стал просто противен. Ну, Татьяна Юрьевна, давайте вы по порядку расскажете. Вот когда вы вступали в брак, он вам был не противен. Все было хорошо. Вот с этого начните. Ваша честь, ну, была такая ситуация. Мы с ним познакомились примерно 5 лет назад. Я тогда жила в Пензе. Я сама приехала из деревни туда на заработки. Я работала на фабрике, жила в общежитии. И у меня был возлюбленный.
Мы с ним встречались, собирались пожениться. Я узнала, что беременна, он был рад. И вдруг произошло трагическое событие. Он разбился на мотоцикле. Ну, в общем, я решила, что оставлю ребенка. А потом, когда я уже выписывалась из роддома, меня встретить было некому. Все мои родственники были в деревне. А поэтому я вызвала такси. Вот как раз по несчастливому стечению обстоятельств таксистом-то и оказался мой будущий супруг. Как выяснилось, он тоже деревенский, тоже приехал на заработки и совершенно недавно получил права. В общем, представьте себе, мы едем из роддома, а он нарушил правила дорожного движения, совершил аварию. Получается так, моя дочь, слава тебе, Господи, не пострадала. А я из-за него сломала ногу. И потом он все ходил ко мне в больницу и упрашивал меня пойти с ним на мировую. В общем, надо мне было еще тогда понять, что он просто неудачник. Потому что его работодатель загнал в долги и за разбитую такси, и за ту машину, в которую он врезался. Он мне просто, понимаете, показался он тогда хорошим парнем. Я подумала, что, может быть, с ним что-то-то и можно. Какие-то отношения. Ну, в общем, задурил он мне голову. Мы начали встречаться. Через год он мне сделал предложение. Ну, и дальше мы поженились. Вот, ну, пожалуйста. Через приставы передайте, пожалуйста. То есть, как я понимаю, на тот момент у вашего супруга был сын от предыдущих отношений, которого он воспитывал один, а у вас была маленькая дочка. Вот знаете что? То, что дочка была у меня, он знал, да? А вот то, что у него был сын, он от меня скрывал. Дело в том, что... Никак не имел отношения. Ничего себе! Дело в том, что этот ребенок воспитывался с мамой. Только не с мамой мальчика, а с мамой бабушкой, мамой моего будущего мужа. Дело в том, что мама ребенка лишена родительских прав, вообще болтается неизвестно где. Это не важно. Важно, что... Почему он не сказал, что у него есть сын? Вы знаете, он мне сразу не сказал, а когда уже все выяснилось после свадьбы, он начал просить прощения, ну и, в общем, сказал, что его мама полностью заботится о ребенке, и сын этот никакого отношения к нашей жизни иметь не будет. Более того, Влад мне сказал, что его мама будет заботиться и о моей дочери. У нас просто на тот момент была такая ситуация, деньги были просто в край нужны. Работать было надо, жилья своего не было, мы снимали. Ну, в общем, дети были с его мамой. Но какая у вас бабушка-то хорошая? То есть она на себя взяла не только вашего совсем крошечную вашу дочку, да, еще его сына, и говорит, ребята, все на мне, а вы свободны. Да, да, вот именно повезло так. Вам. И что же вам не нравится-то? Нет, нет, нет. Бабушка молодец, к ней никаких претензий. Просто случился такой несчастный случай. Она шлепнулась с табуретки и сломала себе шейку бедра. И, в общем-то, вы сами понимаете, что уход понадобился уже за ней. За ней сейчас соседка присматривает. Ну, а детей нам обоих пришлось забрать. И вот мы теперь вчетвером все маемся. Муж постоянно ищет какое-то там теплое место. И вот мы за ним по стране и катаемся в поисках этого теплого места. Мы уже 3 месяца в Москве. Он пытается работать, да, но у него ни черта не получается. Его постоянно нет дома, он шляется неизвестно где. Я с детьми. Извините, конечно, но его ребенок, он просто невыносим. Я умаялась, у меня нет сил. Я хочу развестись. Свою дочь я буду воспитывать сама, устрою в детский сад, сама буду работать, сама себя буду обеспечивать. Я устала, Ваша честь, от этого дурдома. Вас можно понять, хорошо. Владислав Олегович, если вы хотите сохранить отношения, как я понимаю, вы против развода, что вы ответите супруге? Ваша честь, да, действительно, я против развода. Угу. Я очень сильно люблю Таню. Я согласен с претензиями, которые она сейчас озвучивает. Но я стараюсь разрулить ситуацию, как-то разобраться, решить. Поэтому мы мотаемся со всей семьей. Сейчас все начало налаживаться, более-менее. Ну, во-первых, мы переехали в Москву. Благодаря кому? Благодаря твоей тете, да. Тетя моей жены развелась не так давно с супругом, и мы живем в ее квартире. То есть одна половина квартиры осталась супругу, вторая тетя. Тетя переехала в наследную однушку. Мы живем во второй половине, платим только коммуналку. Слава богу. Но истинная причина, Татьяна не договорила, в чем стыд, кроется. Позор. Последнее время я стал выпивать. Я устроился на новую работу, на стройку. Ну, подсобным рабочим. Принеси, подай. Но так как я человек новый в коллективе, я по вечерам с коллегами по работе я выпиваю. Так, дабы влиться в коллектив, чтобы не потерять работу. Сейчас я не могу себе этого позволить.
Татьяна Юрьевна, ну действительно, он еще и пить начал ко всем его недостаткам. Он не просто пить, он чего не договариваешь, а? Ну, последний раз, да, я не договорил. Последний раз у нас случился скандал. Угу. С утра я проснулся, сам ничего не помню. У моей жены фингал под глазом. Не фингал под глазом, на пол лица. Мне, конечно, очень стыдно за эту ситуацию. Ну, ради нее я готов бросить эту работу, бросить пить. Да нет, ну что, вы напиваетесь до беспамятства, избиваете жену. Меня никто никогда в жизни не трогал пальцем. Так, поэтому ну, мне стыдно, я повторяю еще раз. Я молчи. Поэтому я и прошу, пожалуйста, пригласите моего свидетеля. Это бывший муж моей тети, хозяин в квартире, в которой мы живем. Его зовут Тетерин Виктор Борисович. Вот он расскажет, как с этим мужем невозможно жить. Он расскажет, как муж себя ведет. Хорошо, посмотрим, что нам сейчас расскажет Тетерин Виктор Борисович. Виктор Тетерин, вы? Да. Да, пройдемте со мной. Чем ты его позвал? Ну, ничего себе. А кого звать? Здравствуйте, Виктор Борисович. Да. Как суд понял, сейчас вы делите жилплощадь с племянницей вашей бывшей супруги, то есть вашей очень дальней родственницей. Так точно. Как у вас отношения складываются? Что у них в семье происходит? Ну, честно могу сказать, я... Больше бы рассказал про Владислава, потому что, в общем-то, весь бардак основной и вот этот ад с момента их заселения в мою жилплощадь, это в основном инициатором и, в общем-то, руководителем и участником главным является он. Вот сколько я с ним 3 месяца на одной жилплощади проживаю, 3 месяца он не просыхает, да? Никакие увещевания на него не действуют. Ну и плюс ко всему, то есть это минус наоборот. Руки откуда у него растут, явно не оттуда, откуда у всех нормальных мужчин. Зато гонору и понтов выше крыши. Он себя считает, ну, богом не богом, но где-то рядом из власть придержащих. Вот, собственно, алкоголизм, понты и полное безделие. Ну хорошо, вы мужчина, вы не могли бы поговорить с ним, как мужчина, объяснить ему, как надо строить отношения в семье, сказать, повлиять, в конце концов, пригрозить. Ну, ваша честь, все-таки он не несовершеннолетний и не мой ребенок, но все, что вы перечислили, я сделал прямо по пунктам. Первое. Длительные, собственно, объяснения и уговоры, да, то есть как мужчина с мужчиной, как это принято, в общем-то, в нормальном цивилизованном обществе. Более того, я сам работаю монтажником-высотником, слесарем, да. Профессия серьезная, платят мне хорошо, и я на хорошем счету на работе. Я пошел ему навстречу, я его взял к себе на работу. Хоть я не начальник, но он мой протеже был на стройке. Спасибо, Борисович. Вот, собственно, дальше я вам буду рассказывать, как события развивались с момента, как я его трудоустроил. Значит, что я работаю на высоте, как я уже сказал, монтажник-высотник. А взял его, 15 этаж, этот молчит, смотрю, его только потряхивает. Оказалось, он до 15 этажа добрались, он чуть в обморок не упал. Я говорю, что с тобой? Оказалось, что он высоты боится панически. Думаю, хорошо, нормально начали работать. Договорился с начальством, спустили его, чтобы на земле работал. Ну, дальше уже просто начинается цепь, вы сейчас будете, наверное, улыбаться. Первое, лопатой грузит цемент, перерубает кабель металломешалки. Там напряжение большое, в итоге коротнула вся стройка. Остановилась просто стройка. Хорошо, пошли дальше. Дальше события только увеличивались просто по количеству проблем. Буквально сразу его переводят, тоже грузить цемент. Ну, собственно, сидите, господи, в тележку закидывают. Так что он делает? Он втыкает наушники на полную мощность в уши и, собственно, становится под стрелу крана. Бетонная плита, как ему голову не оторвало. Вот это интересно. Ой, ну, наверное, да, когда дракон. Не очень много там в голове, она хорошо держится. Вот. Дальше. Опять уже, ну, самое, там, с погрузчиком работает. Так он угодил каким-то образом, он скатился под автопогрузчик. Как его там вообще не размолотил. То есть это, ну гуттаперчевая история. То есть я не знаю, как он до сих пор живой и еще не инвалид уж совсем. Ходячая катастрофа. Катастрофа. Да, человек катастрофа. Хорошо, да, скажите, одна большая флюктуация. Вы видели, как он бил жену? Это следующий этап, собственно, все. Там его, когда со стройки выгнали, это важный фрагмент. То есть он еще не поставил всеми своими вот этими проблемами. Он еще решил, когда его уволили, прихватить с собой шуруповерт. Вот нафиг он тебе не нужен. Не брал его, конечно, но поэтому охрана прихватила именно тебя на КПП, и шуруповерт забрали у тебя. Я конкретно чуть не сгорел вообще от стыда. Так вот, а теперь про избиение Татьяны. Собственно, в эти же дни он опять приходит под мухой, причем такой, уже кивающий на пол.
состояние, ну, состояние поползень. Так вот, значит, на меня с кулаками. Ну, я трезвомыслящий человек, уже не пятилетний. Так вот, я его, значит, притормозил, успокоил, отправил его в комнату. Я говорю, иди спать ложись. И только я чайку себе налил, и я слышу там базл, какие-то удары, крики. Потом Таню вижу с фингалом под глазом. Что явно совершенно она не сама там подпрыгивала и головой билась. Ну, то есть вот лично, как он ее калашматил, я не видел. Но то, что у них в комнате происходило... Ну, если бы видел, ты бы заступился. А очевидно. Ну, да. Это бы я, конечно, прервал. То есть это достаточно быстро произошло, но... Последствия конфликта я видел. Поэтому однозначно я на стороне Татьяны, этого Безрукова куда-нибудь он пусть будет. Слушайте, я понять не могу. Что это вы так спелись? Спелись! Да пошел ты, знаешь, куда пойдешь. Я спасибо пошел, тебе. А ты бухаешь. Спасибо. Она мучается, его постоянно ссорит. Как ты думаешь, твоей тете приятно будет? Что? Вот это наблюдать. Моя тетя, ты что? Ваша честь, я хотел бы пригласить моего свидетеля, тетя Зоя, которая будет на моей стороне. При чем тут тетя Зоя, дурак? Тетя, она чья тетя? Она Татьяна Юрьевна тетя? Она ему никто. Она тетя Татьяна. Тетя, да. Татьяна, хорошо. Любавина Зоя Максимовна пусть пройдет в зал по ходатайству ответчика. Чего уж я? Тетя-то зачем мешал? Зоя Любавина, вы? Да. Пройдемте. Тут Зоя нам выльет. Вообще мы все вместе живем в одной квартире, так на всякий случай. Ты всем нам портишь жизнь. Зоя Максимовна, ну вот видите, как ваша вся квартира перекочевала в зал суда. Но вы на одной стороне, ваш супруг, на другой. Бывший. Да. Бывший супруг, да. И вы все равно продолжаете жить все в одной квартире. У вас как коммуналка такая большая, да? Варишь. Нет, почему? Я живу в своей квартире, в наследной, в однокомнатной. А, вы отдельно живете? Да, по наследству. Потому что, как я понимаю, сейчас вот эта пара семейная живет у вашего бывшего мужа. Нет, нет. Да? Скажите, пожалуйста, вы встали на позицию Владислава Олеговича. Значит ли это, что вы за сохранение брака? Конечно, не нужно им разводиться. Таня не понимает, что она делает. Пусть живут, как жили. Все у них нормально. Ой. Я так считаю. Ну что ж, нормального-то? Он ее и бил, и работает он плохо, и пьет. Что же нормального? Ой, ну что значит бил? Ну ударил он ее один раз. Ну бывает, выпил человек. Пусть Влад расскажет, почему он ударил Таню. Вот ты честно скажи, ну, только не ври. Тетя Зоя, я не знаю, но она меня сама провоцирует. Она вынудила меня. Так это что ж получается? Я еще и виновата. Ну, Тань, ну не кипятись. Давай не будем. Смотри, после работы я прихожу нормальный. Ну, выпивший, да. Да, да, да. Конечно, бывает. После этого за ужином она мне сама подливает. Что? Зная то, что у меня сносит крышу напрочь. Она мне подливает. Ваша честь, я хотел бы пригласить своего сына. Он любит Таню, называет ее мамой. Он меня теткой называет. Так, подождите, вы хотите сейчас ребенком ее сердце растопить? Думаете, что она разжалобится и из-за мальчика с вами останется? Ну, если она меня не хочет слушать, может быть, она сына моего послушает. Ой. Плохо ему без тебя будет. Ну, хорошо. Любит тебя. Давайте Артема Горбунова позовем. Пусть пройдет. Артем, пройдем со мной. С алкоголем 3 месяца не просыхаешь. Если бы ты хотел, ты бы уже 3 месяца назад за голову взялся. Привет, Артемчик. Здрасте. Ну, как жизнь? Хорошо. Хорошо? Мы все здесь собрались, так как тетя Таня хочет папу бросить. Но я не хочу этого. Тетя Таня, не надо папу бросать. Мы с вами так хорошо. Тетя Таня нам все разрешает. Хотите на голове стоять? Стойте. Хотите в барабан бить? Бейте. Мама, не уходи. Ты самая лучшая мама на свете. Кто бы еще разрешал нам так баловаться? За баловство вообще не ругает. Дядя Витя нас сначала ругал, нас ругал, нашу маму ругал, но потом перестал ругаться. Правда, мама потом сама начала нас останавливать и отдергивать. Я не понял, что с ними случилось, но потом смотрю, тетя Таня и дядя Витя целуются. Вот тебе поворот. Тетя Таня, не надо с этим дядей Витей. Лучше с папой с моим. Ой. Ах ты дрянь такая! Я тебя зачем поселила в своей квартире? Чтоб ты мне помогла? Так, 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 не при ребенке, пожалуйста. Я попрошу пристава, проводите, пожалуйста, ребенка в комнату психолога. А вот теперь, когда ребенок ушел, можете сказать все, что вы считаете нужным.
Ты дрянь, я тебя зачем поселила в свою квартиру, чтобы ты мне помогла Витьку оттуда выжить? А ты с ним в постель прыгнула? Ах ты, гадина, ведьма ты, такая же, как твоя мать! Знаешь, ведьма, что? Зачем я с тобой связалась только? А ну-ка ты, отвали от меня! Знаешь что, он же ведь тебе не муж. Ну тебе же он не нравится, тебе же интеллигенцию подавай. Поедешь в свою деревню знаешь, что обратно, он подошел мамаша, в качестве мужа, а? Своей. Ха, вот поедешь, подошел живо. Подошел он мне в качестве мужа. Да что ты такое вообще говоришь, ты офигела? О! Тварь, я тебя урою. Я а ну-ка, куда прыгаешь? Я тебе ноги, тихо, руки поломаю. Ваша честь, спокойно, ваша спокойно. Честь. Так поясните, пожалуйста, ситуацию. Зоя Максимовна, я не поняла. Вы сказали, что специально поселили в квартиру к своему бывшему мужу эту семью для того, чтобы создать невыносимые условия, чтобы его оттуда выселить, выжить практически? Ваша честь, ну не совсем. Я просто думала, что Татьяна найдет общий язык с моим бывшим мужем и уговорит его продать квартиру мирно и поделить деньги. Просто хотела, чтобы она с ним наладила вот отношения и помогла мне вот это... Наладила. Продать квартиру. Тетя Зой, что ж ты не договариваешь, а? Ваша честь. Я хочу сказать, как есть. Тетя Зоя меня просила намеренно портить жизнь Борисычу для того, чтобы он съехал со своей жилплощади. За это она мне обещала по 10 тысяч рублей в месяц. О. И плюс бесплатное проживание. То есть это не так, вы честно? Ей платите за проживание, а она вам еще доплачивает за то, чтобы вы невыносимые условия создавали для ее бывшего мужа. И вы согласились, о. Да? Ваша честь, но извините, куда мне было деваться? Да. Дело в том, что тетя Зоя обещала мне, когда дело будет сделано, пустить всю нашу семью в свою однокомнатную квартиру. Ну, а я сначала, я по теткиным этим установкам работала. Да, я специально подначивала детей беситься, баловаться. Да, ой. Я одобряла баловство. Да, я сама кидалась на Борисовича. Вот было все такое. Она... Да, да. Но потом я к нему пригляделась. Я к нему пригляделась и поняла, что Борисович-то мне гораздо больше мужа подходит. Я поняла, что, ну, мой он человек. Ну, полюбила я его. Вот и все. Полюбила? Да, полюбила. Да, да квартиру ты его полюбила, а не его. Ну, ничего, я теперь точно в суд подам и... Добьюсь, чтобы мы квартиру эту продали, а ты поедешь к своей матери. А вот Гереню быстренько тебя вышвырну. Зоечка. Да. Ох, не дождешься. Нет. Не дам я тебе в обиду, Танюша. Дело в следующем. Попробуй, и в суде тебе тоже солнце вообще ничего не светит. Да, уже обещаю узнавали. Тебе юридически, грамотно и понятно. У тебя вторая квартира есть, а у меня это единственное жилье. Так что... Хоть ты меня каким хочешь способом со света сживай, не дождешься. А это, не, вот, имеет собственно... это не имеет значения. Нет, это имеет большое значение. Из единственного жилья ты меня выгнать не можешь. Мы теперь вместе будем, мы поженимся, и у нас все будет прекрасно. А ты вот, молодуйся, сколько там, на 10 лет младше, возьми себе из детского сада какого-нибудь, который кисточкой дети рисуют, и вперед свое творческое будущее. Ой. Бесперспективное. И самое главное, Танюшка сейчас скажет, вы думаете, вы одни тут секретами набиты? Ничего подобного, мы вам тоже сюрприз приготовили. Татьяна, давай под аплодисменты. Ладно, 100% хочу сказать такую вещь. 100% Борисовича никуда никто не выселит. Знаете почему? Я от него беременна. Какая прелесть. Да. А почему вы так уверены, что вы беременны не от своего законного мужа, а от бывшего мужа своей тети? Вообще, 100% я беременна от Борисовича, а не от Вадима. Дело в том, что из-за постоянных этих ссор, ругательств, он мне был настолько противен, что я его к себе не подпускала. Мы уже 2 месяца не живем, как муж с женой. Поэтому я беременна 100% от Борисовича. Вы знаете что, я рожу ребенка, зарегистрирую по месту жительства отца, и сама туда же зарегистрируюсь, и никто нас с любимым никуда не выселит. Понятно вам? Ваша честь, хотела сказать, тетя не знает, я никому еще пока не говорила. Совершенно недавно мне позвонили из нотариальной конторы. В общем, оказалось, что мой отец родной в Кемерово проживал. Так вот, моя мать с ним не жила, но, в принципе, я его и не знала как отца. В общем, он недавно умер. А квартира его, получается, мне по закону причитается. Ну, значит, я наследница, я ее продам, и деньги уже от этой квартиры пойдут на то, чтобы выкупить долю тетки в квартире с Борисовичем. Правильно. А у меня уже миллиончик скопился, я тебе добавлю, и как раз мы выкупим у Зои ее половину, и как раз вот эта вот доля
будет переоформлено на тебя, моя маленькая. Спасибо. И ребенку нашему будет тоже замечательно. Вот и я пустила козу в огород. Она мне всю малину там испоганила. Ну, подождите, ну вы же хотели, чтобы вам эту, чтобы он согласился продать долю. Так вот они сейчас и выплатят вам долю в этой квартире. Ну что, вы злитесь? Мне еще выплатят, нам неизвестно. Ну что вы злитесь? Вы злитесь просто от обиды, да? От обиды, что... Да, просто я такого предательства я не ожидала. Что мужчину, которого, с которым вы расстались, кто-то еще подобрал. Ничего, подбирают всяких разных. Ты злишься не от обиды, ты злишься от того, что твоя схема хитроумная не удалась. Мерин, я же помогала. Мерин, да вот этот Мерин таким троим, как ты, фору в постели даст. Помолчи лучше. Какая же ты тварь. Владислав Олегович, давайте сейчас обойдемся без оскорблений. Вы просто скажите, вы сейчас узнали у вашей супруги другой мужчина. Она беременна от другого мужчины. Она планирует с ним жизнь. Вы по-прежнему настаиваете, чтобы сохранить вашу семью? Я не дам ей развод. Что? Почему? Я буду жить в квартире тети Зои. Буду портить им жизнь. Вот же. Но если что-то, будут какие-то посягательства в мою сторону, на мое здоровье, я вызову полицию. Да, тетя Зоя? Понятно. Ну да, когда ты в тайзе будешь с водкой плавать, как раз полиция таких очень любит. Отвозить куда подальше, чтобы вообще с ними не связаться. Мой друг, ты будь наконец-то мужчиной, а не бессловесным дерьмом, которое только бухает с утра до ночи. И тогда тебя ни одна женщина не уйдет. А про Таню ты забудь. Она от тебя уже ушла. Ну ничего. Поэтому найдешь себе новую. Потупее же. Я свою половину гастарбайтерам сдам. Они вам такую сладкую жизнь устроят. Все нормально будет. Тетя Зоя, ну перестань ты, пожалуйста. Ну перестань ты свои интриги плести. Ты сама подумай. Получишь целых 5 лимонов, а? У тебя есть своя жилплощадь. Ты подумай, с деньгами. Вот нафиг тебе этот твой художник. Тетя Зоя, послушай, пожалуйста. Давай договариваться. Тетя Зоя, он тебя моложе на 10 лет. Ну о чем ты думаешь? Ему же только твоя жилплощадь нужна. Ну ты не дури, а. Ну подумай, ну зачем нам ссориться, а? Ладно. Ну тетя Зоя, ну так получилось. Хорошо. Ну прости. Поговорим потом. 5 мало, может 5,5? Ну посмотрим, давай. Вот этот баланс скинь с баланса и все. Ваша честь, я вас прошу, пожалуйста, разводите нас! Полностью суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Иск удовлетворить, брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. Суд разъясняет, что удовлетворил иск о разводе, заявленный беременной супругой, потому что по инициативе супруги закон допускает расторжение брака и во время беременности жены, и в течение года после рождения ребенка. Господа, в судебном заседании в конце вы сообщили, что вы друг другу будете устраивать сейчас вот в этой коммунальной квартире сладкую жизнь. Я хочу вас предостеречь. Если вам предлагают хорошие деньги, выпутывайтесь из ситуации. Не надо никому мстить. Заберите деньги и стройте свое. Все равно никогда вы местью счастливы не будете. Оставьте. Если у людей что-то получится, пусть у них получится. Постройте свое. Судебное заседание объявляется закрытым. Аллилуйя.